Сварил каркас для шкафчика. Осталось обработать швы болгаркой, где будут петли, ацеид. И все, можно будет размечать, обрезать ацеид. Сверху ГВЛ. Ну, что дальше получится, обязательно покажу. Сейчас вот такой вот почти окончательный этап. Каркас для шкафчика в ванной. Закончил каркас для тумбочки в ванной. Обезжирил. Сейчас буду покрывать грунтовкой. Вот так он выглядит. Вот листы ацеида уже напилил для столешницы и для полок. Вот тут внизу будут две полочки. Вот это верхняя, это нижняя. Все, сейчас буду покрывать грунтовкой. Ну, следующий этап. Покрыл грунтовкой каркас, сверху уже прикрутил листы ацеида. Сейчас ГВЛ сверху на плиточный клей посажу. Гидроизоляция и потом уже мозаика. Обшил ГВЛ. Этот столик. Сейчас буду наносить гидроизоляцию. И потом уже клеить мозаику, когда высохнет гидроизоляция. Покрыл гидроизоляцией столик. Тут разметил отверстие для слива раковины. Вот так выглядит сбоку. Ну, там вот я все это сниму, конечно же, потом. Вот, так что будем сверлить отверстие для раковины. И там внизу у полочки для слива и подводки. И потом уже клеить мозаику на стену, на столешницу. Просверлил отверстие. Столешница. Замазал гидроизоляционным составом. Поставил полочки тоже. Просверлил там отверстие. Буду уже клеить мозаику. Наклеил стеклянную мозаику. Вот здесь и вот здесь. Сейчас буду каменную на столешницу и на торец столешницы клеить. Приклеил мозаику и на столешницу. Вот так это выглядит. Ничего сложного. Понадобились вот эти вот клещи, кусачки для мозаики. И обычный нож. Плиточный клей. Был самый дешевый, только Акстон. Купил его, хотя сначала Церезит использовал. Но не знаю, возможно, он и лучше, тот, который подороже. Ну, время покажет. Пока вот так вот. Никаких проблем с этим клеем. По 170 рублей 5 килограмм не испытывал. Вот так приклеил. Вот так это выглядит. Там выше мозаики будет зеркало. Вот эти вот отверстия. Это для раковины слив. Вырезал эти кусочки, откусил кусочки. Это для смесителя отверстия. Ну все, осталось только это дождаться, пока высохнет. И затиркой это все затереть. Затирка будет литокол, двухкомпонентная. Работать ей очень неудобно, но зато она не пропускает влагу и не плесневеет. Затер столешницу и кусок стены. На все не хватило затирки. Очень хлопотная
Это работа, двухкомпонентная затирка. Ну, вроде справился. Не могу сказать, что на отлично. На более-менее. Столешница, конечно, лучше выглядит с затиркой. Следующий этап — установка сантехники, сборка ящика и установка дверей. Установил сантехнику, вернее, смеситель и раковину на столешницу. Так выглядит. Вот сейчас вот ящик делаю. Вот этот буду заклеивать кромкой. Вот это будет вырезаться вот сюда. Ровненько. И мозаики тоже снаружи. С торца. Заклеиваться. Сделаю ящик и сниму, как это сделал. Ну, в общем, с ящиком сложнее всего получилось, потому что нужно, во-первых, очень-очень точно направляющие прикручивать. То есть они должны по горизонтали быть строго по горизонтали. И размер, то есть надо соблюдать все размеры, чтобы потом не мучиться с самим ящиком. И ящик тоже должен быть очень ровным, чтобы не возникли трудности с его установкой.